Делик на скорости влетел. Водитель в нетрезвом состоянии. Там машина тоже пострадала. Оба пьяные. Сегодня ночью на вполне себе гражданской улице под стенами четвертого дома приключилась локальная автовойна с участием француза и немца. За Францию выступал серый Renault Logan 2007 года выпуска, за Германию тоже серый, но более темный, Volkswagen Polo 2018 года выпуска, приписанный каршеринговой фирме Делимобиль. Ну, в общем, замес из цикла 50 оттенков серого. Хотя число 50 на борту шерингового кара сообщало, скорее всего, о чем-то другом, но сейчас не об этом. Декорация такая. Поминутно арендованный ФАУВ катился по гражданской от машинистов в сторону челюскинцев. В болиде находились двое мужчин, которые и без алкотектора напоминали нажратых в хламидомонаду. Оба, в том числе и пилот, едва держались на ногах. Ну то есть вот в троллейбусе им было бы трудновато. А в половичке, где все места сидячие, они худо-бедно перемещались по горизонтали. Под стенами четвертого дома пьяное сознание рулевого не справилось с прямой траекторией. Каршеринг бросило влево на чужую, и он левым бортом шоркнул первый встречный Логан. Далее бухого пилота Volkswagen понесло еще дальше налево, где немецкая Polo Tenza налетела левым передним колесом на бордюра по ребрик. И калоша погибла в этом неравном бою, выломавшись до противоестественного состояния. За Логаном ехала Toyota с двумя парнями на борту. Они были трезвые. В основном этот аспект был важен для водителя. Он, увидев шеринг перед своим носом, успел увернуться навстречу и избежал удара. А в Volkswagen, где тоже были двое мужчин, но не трезвых, начались игрища из цикла «Пересадка почки и остального организма с водительского кресла на место смертника». Но трезвые парни из Toyota эти перемещения отследили и засвидетельствовали. Подустали, что ли, не справились? Не поняли еще? Чего не понял? За рулем-то, говорю, кто был-то у вас? Я не был. Не был? За рулем сидел. Можешь сказать, как это? За рулем сидел, тоже в очках. Да. В очках? Да. Я видел, бутон подошел, видел его прям лично, я видел, как пассажир с пассажирского вышел. Да, ну, соответственно, второй. Определенно человек, который вышел в очках, он и был зарядом. Прилетел у нас, мы вернулись. Ну, как все, просто на встречку к нам выехал, ну да, были. Но он вырубил. ДТП-то не совершил он с вами? Совершил. С нами нет. Мы просто остановились проверить, живы ли люди. И все, подошли и все, и разобрали ситуацию, и свидетели. А Логан он раньше, да, собрал? Да. Логан и давайте машину проверим. Вы по встрече обходили, получается, да? Я могу везти. Вот мы где-то так вот ехали, то он уже летел прямо у нас. И, соответственно, я обошел его уже. На встречке как-то что-то поясняли, нет вообще? Они, так они бухие вообще. Они неадекватные уже. Вот этот вообще кое-как вышел из руля, тот сидел еще какое-то время. Нормально. Что случилось, объясните, чтобы полицию вызвать или что-нибудь? Да не надо, бог звать. Блядь, ебался. Пьяный? Выпивший? Ну, пиздец еще. Сейчас сам разберемся. Так ты Делик развалил. У тебя сейчас по-любому Делика будет. Да я в курсе, что я Делик развалил. А? Удар-то сильный был? Да я что же я помню, что не в состоянии оценить? Не знаю, кто там сидел. Она выпила и что такого? Да нет, ничего. На думаю, сидел. Она ехала? И потом слева меня потащило. Благодаря наличию на месте ДТП трезвых и внимательных очевидцев, с личностью виновника замеса быстро разобрались, и гаишник его продышал в алкодудку. Ну, так чисто для формальности, хотя и так было видно, что паловод весело провел воскресенье. Глянь трубочку. Трубку беру за середину, не касаюсь. Набираем полный легкий воздуха, трубку обхватываем губами и дуем до того момента, пока я вас не остановлю. Все понятно?
Ну ему. Прибор не нужно брать, держите. Дуем. Дуйте, 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 еще дуйте. Все. Идет анализ. 1245 миллиграмм литр, то есть состояние алкогольного опьянения установлено. По итогу виновник ДТП по отработанной годами схеме получил штраф в 30 тысяч и лишение прав от 1,5 до 2 лет. И на пассажок очень правильный вопрос из пушкинского цикла. Его пример другим наука. Откуда ехали-то? На такси-то не дешевле было, нет?